Как выбираем обувь, кроссовки по 5 евро. 44. Так, я попросила 41. Ну, они, самое главное, они маломерки были? Нет, это 41. Я ношу 41. А если они маломерки? О них видно, они маломерки, они маленькие. И прям по ним видно. Ну вот, Диан, где ты мерила? Дай мне вон те 40-й. Вот, это который вы... ты мерила. Вот. Вот она мерила 40-й. Вот начала. Смотрите, они даже нет. Еще, они прямо впритык. Вот такой 41. Давайте померю. Вот. Нет, вы на подошву не смотрите, что 41. Если они не маломерят, тогда они будут как раз. Яна. Вот. Вот эти хоть еще продавали вот эту. Вот эти? То, что осталось вот. Очень хорошее, качество хорошее. То, что вот нет уже. Так, а где написано 41? Там внутри. Они не маломерки. Нет, даже это 42, наверное. Сереж, подержи, я померю. Давайте. 43-й. Ну-ка, мам, меряй, если что, вот эти возьму, он тоже 43-й. Кстати, видно, что они маленькие. Не-не-не, это 41-й. Да, это 41-й. На 41-й. На 43-й нам? На. О, прикольненькие. Да, это 43-й? 41-й. 41. Нет, если они маломерки, то это буквально идет на 39-й размер от силы. Надо смотреть не на подошву, значит, а... вам надо 43-й посмотреть. Вот я вас спрашиваю. Ну, я померила, у меня было большое. Диана 39. Нет, все, они даже не лезут. Не лезут? Это как на... На меня, значит. Значит, они маломерки, значит, мне надо 43-й. А знаете, сейчас мерила, которые я мерила? 43, да. И что, они тебе маленькие? Я ачу. Они супер идеально сели, но одеть палец проблема. Палец у тебя видно. Да, одеть проблема вот в этом месте. 42-й, да. Не знаю, какой сейчас померим. В общем, тут надо сидя мерить, иначе никак не померяешь. Они маленькие. Смотри, у меня все пальцы. Они все, да, смотрите, все пальцы. О. Мне дали 43-й. 43-й я вам дала. Ага. Просто это остаток? Да. О! Большие. Нет, они как раз. Только у меня почему-то упирается палец прямо. Мне вот даже больно. В общем-то, надо 44-й, потому что они настолько маломерят, почти получается на 3 размера. Палец упирается больно.